Ну что, друзья, всем привет! Продолжаем прохождение Амнезии. Сегодня планировал немножко другую игру, но она тоже появится, Little Hope. Сейчас продолжим с вами Амнезию. Я понятия не имею, сколько осталось, но тем не менее. Игра-то довольно прикольная и довольно интересная. В серии Амнезия мне пока что эта игра понравилась больше даже, наверное, чем первая часть. И уж тем более больше, чем предыдущая. Посмотрим, чем она закончится. Интересно, во всяком случае, мне, поскольку я до сих пор не знаю, кто такая эта Тасси и какого хрена происходит, какого хрена она тут делает и что вообще произошло, почему мы сюда грохнулись и как. Это очень интересная тема. Хоть вспомнить, что и как делать, я уже не помню, где мы, кто мы, что мы, почему мы. Здесь у нас какая-то очередная загадка. Эта загадка связана с чем, блин, она связана, я не помню. Серьезно, вникать в игру, когда ты довольно длительное количество времени в ней не был? Это жестко. А, все, я вспомнил. Мы здесь, короче, пробежали по-быстрому. Я хотел посмотреть, что и как творится и происходит. И вот сейчас, короче, надо думать. В предыдущий раз я как раз вышел, когда сказал, что тут осталось, наверное, еще много загадок, судя по всему. И оставим на следующий раз. Собственно говоря, следующий раз наступил. Там, смотрите, там это Wi-Fi, раздающая штуковина. Надо бы обязательно к ней попасть. А сейчас тогда нам надо решить загадку с этим Wi-Fi. Получается, все эти двери закрыты. Открыта только одна. Сюда мы вообще попасть не можем. Сейчас пойдем прямо. За нами тут гонялось пару не самых приятных личностей. Да, кстати, я вспомнил, можно делать вот так. This doesn't get any easier, does it, Marie? Забавно то, что они реально записали гигантское количество реплик для этой функции, поскольку я вот сколько не нажимал, ну, на кнопку посмотреть нашего ребенка, ни разу, вообще реально вот ни разу не было повторений ее реплик. Это похвально. То есть записано реально гигантское количество. Так, подожди, на F у нас фонарик. Угу. На R, по-моему, у нас была спичка, если я не ошибаюсь. Ага. Ну вот, если что, звук, картинка, ну, я так понял, все нормалек, но все равно. Следи чат. И здесь у нас какая-то очередная загадка в стиле Амнезии. О, Wi-Fi, еще один. Слушай, погоди, так этот Wi-Fi мне пригодится. Ну, это логично, по сути. А, на контрол у нас... Да, да, да. Я помаленьку вспоминаю. Так, я уже знаю, куда использовать этот Wi-Fi. Ты пойдешь со мной. Только я ни хрена не вижу из-за тебя, когда ты так близко. Удивительно, что нас никто не пытается убить. Это даже как-то странно. Что? В смысле? Что это? А чё я этим здесь? Подожди. И что мне это дает? Погоди, а может я запитал? Вопрос хороший. Как бы то же самое с нами не случалось. Давай-ка мы с тобой попробуем чат открыть вот эту вот штуку. Нам определенно она нужна. Я очень сильно надеюсь, то, что я делаю все правильно, и это мне поможет. Так, здесь он все еще дотягивается, 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 дотягивается. Да, отлично, отлично, отлично. Так, третий Wi-Fi.
А? Что? Погоди, я что-то еще запитал? Только что с этим Wi-Fi я что-то еще запитал. Это лампа? Но взять я ее не могу. А зачем мне эта лампа? Погоди, я как-то смог читать их, нет? Нет. Тут, наверное, скорее всего, какая-то загадка с этими лампами, может быть. Хотя я вроде бы вижу просто две лампы, они просто включаются, но они так прям... выделяются, я бы сказал. Ну давай включим. Тут точно загадка какая-то. Важный прорыв в разработке процесса очистки совершения совершился благодаря Аянде-отступнику, что навел на себя гнев правителей озаренной крепости и молил об убежище в нашем городе. Доказывая свою ценность, отступник предложил использовать отвар. Угу. Я не очень понимаю, что я делаю, когда я эти лампы включаю. Если честно, я даже близко не вдупляю, что это значит. Включить их в определенной последовательности не имеет смысла, потому что они вроде бы как не выключаются. Наверное, я смогу открыть. Хрен его знает, что я смогу открыть. Ладно, третий Wi-Fi. Я в любом случае тебя забираю. И мне, наверное, теперь с помощью этого третьего Wi-Fi надо запитать. Что такое? Погоди, а почему так? Стоп. И ты хочешь, чтобы я дотянул до туда? Да нет. А если я... Блин, зараза, сложная тема. А если я сюда приду, сюда встану, ты не запитаешься, да, таким способом? И здесь нигде питальника нет. То есть ты хочешь, чтобы я дотянул до сюда Wi-Fi? Ладно. Я очень надеюсь, что мне хватит длины этого самого Wi-Fi. Вот уж не знаю, инопланетная эта технология или нет, но как же меня бесит то, что все, что они смогли придумать, это вот такая вот система Wi-Fi. Обычная банальная розетка действительно была бы гораздо более практичной. Отлично. Она запитала. Хорошо. Хорошо. Что-то она записала. У нас загадка, значит, в этом тронном зале. Но это понятно. Или это не трон? Sort of performance? Presentation? Хороший вопрос. Thank you.
И он сейчас живет и меня сожрет? Что происходит? Опа. Его просканили. Там просто какой-то то ли рычаг, то ли что, я хочу посмотреть. А, нет. Мне, значит, показалось. А вы меня сюда пустить не хотите? Что происходит? Смотри, там этих трупов оказывается тонны просто, ё-моё. Что это было? Может, я каким-то способом надо забраться на эту штуку? Подожди, я теперь вот подумал. Что делать? Так, ладно, давай. Следующий труп. Что такое? А, теперь мне надо забраться в эту... Да ладно, я понял. Что-то стремновато. А чё она поёт, блин? Ты ребёнку поёшь? Ну вот сейчас да, сейчас тут нету... Погоди, ты хочешь по... Я понял. Да. Если там нет трупа, то она, как бы это сказать, просто проезжает мимо. И не страшно ей? Эту хреновину там просто скидывают и все. Мало ли что там в конце бы делали. Не знаю, мне было бы сыкотно. Я бы нашел другой способ. Я бы не вовнутрь залезал, а хотя бы как-то снаружи бы держался, потому что мало ли что в этом саркофаге с тобой сделают. Сейчас мы увидим, кстати, какой там ребенок. А кто рычаг нажмет? Наверное, сейчас просканируют. Мы сейчас увидим нашего ребенка. Это место рентген. Да нет, с этим вроде на человека похож, нормально все. What? Я пытаюсь понять. I don't like this. What does it mean? Yep. Sickness. Sickness. Wasting. But
child will be born with a sickness. It will waste her to nothing. No. I can help her. I can save her. Ребенок родится больным, но я могу ей помочь, могу ее спасти. She's ill. She's ill, I remember. Oh, God. Just like Alice, what do I do? Кто мы такие? Почему мы здесь оказались и почему мы ничего не помним? Но призрак нам помогает. Хотя, по идее, мы как раз убили призрака настоящего. Ну, то есть, это же была та царица, я так понимаю, которую мы как раз и прибили, нет? Ты, блин, привидение, но двери ты мне открывать не умеешь, я понял. Как все сложно-то у вас. То есть она больна, у нее что-то с чем-то, я не знаю. Почему мы тут находимся, я так и не понял. Чат, надо делать игру тише или нет? Она не орёт у вас? Я, кстати, забыл сделать свой голос тише. У меня всегда было на 2,5% тише. Все хорошо у меня с голосом? Он не орёт? Нормально, не громко? Перегрузов нету, ничего нету, все хорошо? Мой голос всегда шел тише, а сейчас нет. Shit! Oh, damn it! Ау. Вместо рентген, зачем они сканировали трупы и потом их скидывали, вопрос. Да, кстати. Но это я замечал еще в предыдущий раз, и главная героиня что-то не то с венами. Вот это труп, который мы сканили недавно. Я вообще пока даже предположить не могу. Ну, точнее, даже предположений много, а что конкретно из этого правда, я без понятия. Мы как бы грохнулись сюда на самолете, но мы ничего не помним. Явно грохнулись давно, но при этом мочнулись в самолете. Что происходит, я понятия не имею. Кто мы, где мы, почему мы, я понятия не имею. Но предположение из того, что мы увидели, то, что мы там и слуга, и, не знаю, и суррогатная мать, и так далее, для этой царицы. А теперь вроде как... Она нам помогает, ребенок болен, но на кой хрен она нам помогает? И кто мы, почему мы здесь? И в честь чего нам помогает, тоже ничего не понятно. Предыдущий ребенок, получается, у нас умер, которая Элис была. А этот ребенок. Ну, пока еще нет, но. Ни хрена не понятно. Жесть, блин, серьезно, ни хрена непонятно. Ладно, предположим. Тихо-тихо. At least I got to see you. Ну, так-то да. Интересно еще, что это за ребенок и чей это ребенок. Ну, он, конечно, типа как бы Салима, но... Я даже в этом не уверен. Давно не встречали монстров, и хорошо. И хорошо, и не надо. Я почему-то думаю, еще встретим. Я так посмотрел, игра довольно долгая. Эмма.
То есть, грубо говоря, мы в предыдущий раз, по-моему, только половину прошли, судя по тому, что я увидел в интернете. Чар, что ты там про монстров говорил? Походу, чат, ты накаркал. Ставь ставки, кто батька ребенка. Но мне почему-то кажется, что, наверное, все-таки не дьявол. Потому что нам как-то явно... Что это было? Что со мной только что случилось? Нам как-то явно помогают. Хотя вопрос, кто помогает, конечно. Учитывая количество трупов и прочее, ну не знаю. Но мне почему-то кажется, что, наверное, как раз ребенок это хороший, а... Блин, а ты знаешь, вообще тяжело сказать. Антураж вокруг происходящей не похож на то, что нам помогает кто-то хороший. Это мы допроходим амнезию. Я думал, игра скачается гораздо быстрее, но ничего страшного, на самом деле, в этом нету. В любом случае, амнезия — это прикольно, надо ее тоже пройти, так что... Ничего особого мы с этого не потеряли. Вокзал. Метро, блин. А это второй стрим по амнезии, и... Тогда, надеюсь, мы сегодня пройдем до конца. После антологии Little Hope мы с вами, наверное, будем делать перерыв на неделю без стримов, потому что мне надо выкладывать все и вся. Думаю, это будет разумно, мне надо время для того, чтобы все успевать. Так, подожди. Это как кабинки, что ли, или... А эта игра, которую мы сейчас проходим, она прикольная. Если предыдущий раз не видел, она реально прикольная. Сразу. Кто был? Кто задонил? У меня не видно, я чат. У меня чат открыт, я не вижу, кто задонил. Фу, господи. Фая, сучка. Сразу. Че, ты уже дома, что ли? Спасибо большое. Блин. Сволочь маленькая. Люблю тебя, но ты сволочь маленькая, поняла? Не спорь со мной, заслужила. Пора. Не удерживай ее, поглаживая шею. Ничего не понимаю. Она тычется в меня мордой. Я благодарю ее за то, что составляет нам компанию. Успокаивает и кормит нас. И быстрыми движениями перерезаю ей горло. Она жалобна, но недолго кричит. Я собираю кровь в глиняный горшок. Этой зимой она нас спасет. Да, конечно, буду. Привет, братиш. Ты про Little Hope? Буду. На данный момент он скачивается. Скорее всего, не сегодня, завтра. Павлос, от меня не отходит и не переставая щебечет о найденных пчелиных сотах. Малышка Фила, высунув язык и сосредоточенным видом, что-то рисует палочкой на земле.
Гермия хватает мальчишку и поднимает на руки, устала мне улыбнувшись. Я тоже устал, но этот день напоминает мне благодарность. Микрооргазм. Рустам, братиш, буду проходить эту игру, которую ты написал. The Dark Picture с антологией Little Hope будет завтра. Вот Фай, сделала гадость, сердцу радость, да? Жопа с ручкой. Да, блин, какой я толстый. А, ну да, я же беременный. Странно звучит. Но за донатик спасибо. Рустам. Игру ни у кого, кроме как у меня, не смотри, понял? Будет полное прохождение. Here, this is the place I can help Amari. Vitae is life against sickness. What do I have to do? Create Vitae. Sit. Be healed. Vitae. От хрен его знает доверять этой штуке. So easy to find last time. Don't worry, Amari. Это был сарказм? There must be a way to make it here. Я предыдущий раз чуть не сдох, пока искал эту самую Витая, раз пять, наверное. She wouldn't have said it. Как вы знаете, я прохожу все новинки, все старинки, все прохожу, поэтому, конечно же, ясен пень, я не могу упустить хоррор, который только что вышел. Предыдущая антология Man of Medan у меня есть на канале прохождения, если что. Где на корабле компания была, полное прохождение есть у меня на канале. А, соответственно, ну, в двух вариациях, плохое и хорошее. Соответственно, конечно же, мы это пройдем. Как вы знаете, хорроры я люблю, и, соответственно, я не могу упустить возможность пройти ужастик. В наше-то время коронавируса, когда откладывают все игры и ужастики, довольно большая редкость. А. Я Кеми, делаю эту запись в третий зов восьмого восхода под знаком Алан. На третьем канатном пути возникла неполадка. На время выяснения обстоятельств сырье было направлено на фабрику номер 5. У вас тут нигде нету обычного человеческого номера, номер 5, например, чтобы я знал четко, что я нахожусь на 5 номере. Или чтобы я вообще хоть что-то понимал, где я нахожусь. Ладно, предположим. Чат, кто-нибудь знает, сколько времени хотя бы чисто примерно осталось на конец этой игры, до конца этой игры? Игра классная, просто интересно. Это чисто такая амнезия, которая собрала в себя первую амнезию и последующую. То есть она такая смесь из нескольких амнезий сразу. Я Теоти. Делаю эту запись во второй зов восьмого восхода под знаком Алан. В результате урегулирования процесса на фабрике номер 6 поток Витая достигнут равновесного состояния по всей системе. Я не помню. Коронавирус мешает выходить не только играм, вообще в принципе всему мешает. Ну, согласен, да. Я карточку не могу из-за него купить. Ну, я отчасти из-за него, конечно, и по большей части из-за Nvidia, но я думаю, что он так или иначе повлиял на выход карточек, потому что Nvidia тоже объявила карантин для своих. До сих пор не могу купить 3080. Ее нету. АКС, да, опоздал. I'm sorry. I have no way to help you. Блин. Ни хрена не круто, меня кроет. И сильно, блин.
Так, Сурвал совершенствует процесс просмотра, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Мне, по идее, надо как раз убить этого человека для того, чтобы забрать его Витали. Или типа того. Витая же делается из жизни, из трупов. Да блин, тут надо быстро читать эликсиры. Да ё-моё, хватит орать. У меня крыт начинает очень сильно, блин. Так это есть амнезия, братан. Little Hope пока не будет сегодня. Ну, нам скорее всего надо не открыть этого человека, нам скорее всего надо убить этого человека, потому что в предыдущий раз, когда мы делали все это, Витая, она же как раз боролась из трупов. Типа как душа человека Витая у них тут. И, соответственно, нам скорее всего надо прибить его. Так, подопытный 143SV. По данным первичного извлечения, находится в подневольном положении. Близких родственников не имеется, благодаря низким потенциалам. Дальнейшее извлечение следует направить на ранние воспоминания, однако может быть целесообразно прекратить работу. Чат, сделать мой голос потише. Нет перегруза, он не кричит, все хорошо. Потому что у меня сейчас стоит по нулям, а было всегда минус 2,5 децибел. Все отлично. Огромное количество текста, блин. Подопытный 1-4, бла-бла-бла, по данным первичного, принадлежит к рабочему классу. Ну понятно, тут они просто делали эксперименты. Над ними привычного класса находится в подневольном положении близких родственников, ну ясно. Они их использовали как исключительно сырье. Ну, это я, по сути, конечно, и так уже понял еще и до этого. Я думал, может, у тебя разбитие там что-то лежит. Leaving sinking footprints, splashing into the froth of a wave, laughing at the spray, pressing oyster shells into the beach, making patterns in the sand. He flings his arms around my knees, looks up at me and grins, gap-toothed. Papa, he says, come and see. Отдает Египтом. И как ты должна была догадаться? Well. Я вообще думал вначале, что в тебе ребенок дьявола. Я, правда, до сих пор не уверен, что... For a while, in our little rooms in Paris, it was just the three of us. Что это не так? She loved stories. And she loved to play in the park. And she... She's with your father now. And you're with me. Oh, and there was Maka. Alice's toy monkey. I've got him here. I'm sure she'd love him to be yours.
Зараза, все-таки какое-то странное место. Скажу откровенно, понятия не имею, предположений много, но реально интересно, что же тут вообще, мать его, происходит. What the fuck, а что тебе надо, господи? Нам конец. Отойди ты в задницу, слышь? Вопросы, куда мне идти-то? Я... Хера себе ты зрячий! Я понял, если я хотя бы на секунду попадаю в этот прожектор, мне жопа. Блин, слушай, это жуткие монстры на самом деле. Звук такой адовый, вообще пипец. Ладно, шоколадно. Мило, мило, мило. Бляха, да что ты такой дикий-то? Куда мне идти, блин? Сука, что делать-то? Жутковатая говница. Нет, тут еще просто большая проблема. Я вообще не понимаю, что делать-то мне надо. Бояться, что тебе еще делать, это понятно, но... Но мне надо что-то с этим Wi-Fi, получается, сделать. Но я не знаю, что, куда мне его приперечь. Куда я? Иди ты нахер. Куда мне его утащить? Блин, эта сволочь очень быстро придвигается. Да иди ты в жопу. У меня очень крыть начинает, когда я на него смотрю, а не смотреть на него я тоже не могу. Ой, как меня кроет. Блять, какого хрена? Не, ну это довольно хороший такой монстр, я бы сказал. Ой, как меня кроет, там мать твою. Да куда мне этот Wi-Fi перейти? Зачем? Вот в чем вопрос тоже, блин, непонятно, ни хрена. Ой, иди в жопу! Я не понимаю, что ты от меня хочешь, ты иди нахер! Да. Не, ну мне не сюда. Наверное, не знаю, я вообще не уверен, на самом деле. Стульчик наше спасение, да-да-да-да.
Ты сюда-то не пойдешь, нет? Йоу. Так, стоп. Да, иди взад. Наверное, мне вот сюда надо Wi-Fi тащить, слышь? Да, походу сюда. Схему? А я даже и не знаю. Пошел взад. Не нашел. Да я ее не искал. Но я БДО не разговариваю в момент игры другой, если что. Она живая? Или это он? Но они должны быть, по идее, живыми для того, чтобы с них вытаскивать Витая, разве нет? Hello, can you hear me? I don't know. Grunt or something, if you can hear me. Да он тут уже лет 200 висит. Ты, блин, думаешь, он еще соображает? Christ. So close, but I can't reach you. God. Even if you can hear me, I don't know how to get you out. Поэтому я буду тыкать кнопки. Вдруг это сработает. Нет, это не работает. Поздравляю. Переездом. О, погоди, можете. Не, это было бы глупо. Мне почему-то просто кажется, что я, наверное, не все сделал там. Я хрен его знает. Ничего не понятно на самом деле. This doesn't seem to be working. Have I missed something? Этот призрак, который меня сопровождает, он мог бы на самом деле чуть-чуть побольше бы мне моментов объяснить. О, погодь. Вот сюда, наверное, будет Витай заправляться, да, братан? Just stay calm, my love. Stay with me. All will be well. Ты мне еще кучу бабла тортишь. А, смотри, это... Там еще... Блин, так, подожди.
Блять, зараза, нихера непонятно. Может быть, как раз этот заполнен, его надо вытащить. Взять незаполненный. Тогда получается сюда огонь. Или это не огонь? Хер поймешь. Ладно. Да нет, нифига так не работает. Может быть, собрать тебя надо? Я что-то не вдупляю. Может, я что не собрал? Да, прикинь. Ё-моё, хрен же допрёшь так быстро. Ну, фу, ладно. То есть я, получается, сейчас должен собрать всю эту хреновину целиком, да? То я что знаю, как? Ух, так, ладно. О, отлично. Походу, это надо, знаете, что делать? Я понял. Для огня нужно вот эту штуку и две такие. Я вроде... Ты только сейчас догадалась? Ты реально только сейчас догадалась? Разве это было не очевидно? Так, ну вот, для огня. Для огня. Огонь, огонь. Так разве сейчас я что-то неправильно сделал? Я что-то не въезжаю. Блять, я не вдупляю, погоди. Я понял. Да уж, какая милая концовка видео, не правда ли? Лучше и не скажешь. Однако интригует, что же будет далее, а правда ведь? Надеюсь, вам понравилось данное видео, и вы поставите лайк и напишите хороший комментарий. Также заглядывайте в описание, чтобы увидеть все необходимое, если вы хотите попасть на стрим, мне будет очень приятно. Увидимся, друзья, буквально скоро.